утро. Доброе. Сегодня тут уже как-то попахивает осенью. 11, да, 11 сентября. Правда, тепло, 8 градусов. Это мы тут, ну, я не знаю, сколько тут километров. Короче, между Юргой и Кемерово. Километров 30, наверное. От Кемерово отъехали, от Бизной. С изумительным видом на туалет, который, кстати, закрыт. Стоянка тут такая. Ни о чем. Не знаю, ни в кафе, ни в душ, никуда я тут не ходил. Но в плане того, что тут дорожной сети нет. Болото. И причем болото такое. Довольно-таки хорошее. Я даже сегодня с утра вот и не ходил тут вокруг. Ни по стоянке, ничего. В тапочках не пройдешь. Кроссовки одевать лень. Тапочки уже скоро вообще можно забывать. Дождь только закончился. Вот еще. Время у нас сейчас 8:30. Ярово направо. Сибирск, ну, я так понимаю, должно быть налево. Кто-то ползнака открылся. Все, машинка становится грязненькая уже, осень. Теперь чистенькими. Ты будешь находиться очень недолго. Если в дождь, то полчаса после мойки. Расход сейчас 33,4. На следующем повороте поверните. До кемеровских горок было, упал до 32. Вернее, до ремонтов. Как хорошо. Нет никого. Все спят. Еще. Суббота? Проедьте 44 километра. Вот. А вот потом ремонты. Кемерово. Короче, о, уже 33,5. О. Ну, сейчас, надеюсь, ронять будем, но сильно не получится, походу, судя по ветру. Он продолжает нас радовать. Дуя в лоб. Смотрим кино про дорогу. Я имею в виду, вот видите, кран большой. Так каждый день, изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие, но третье уже пошло. Обалдеть. Судя по пенсионному возрасту, который пока, экватор уже перевалил. Так что, начинаем думать уже, скоро пенсия. Пенсии еще сколько? Если в 63 или в 65 сейчас уходит. И, по-моему, еще в 63. Ну, еще 19 лет. Ой! Крутить нам еще баранку и крутить. Долго и упорно. Не будем на грустно. Как это? Алиса Фрейдлих пела у природы, или не Алиса Фрейдлих? Ну, в этом фильме. Нет, это не она, по-моему, пела. Служебный роман. У природы нет плохой погоды. Наслаждаемся тем, что есть. Осень.
есть своя романтика. Там сыро, серо, зябко. У тебя здесь хорошо, тепло. Едешь в маечке. После. Какой контраст. Добрый путь. Покатили очередной рабочий день. Сегодня суббота. Начинается, ну сейчас что-то Новосибирска куда-нибудь, что после Новосиба у нас пойдет скучный, тоскливый участок. Зато ровный. Положил круиз. И едь, смотри, как по идее должен уменьшаться расход. Или это они стоянку тут уже закатывают, или это тут будет этот какой-нибудь большой пост. Хотя вот это, наверное, туда понеслись, в ДТП в это где. Так, еще можно не моргать аварийками. А может быть, стоянку здесь паркинг делают большой. Ну, не видно, что тут. Хотя у нас как? У нас сейчас могут построить, а потом решить весы вкопать. И это. И тут он что-то раскатывает. Может, просто стояночки делают? Парковку. Ну, посмотрим, как бы. Дело близится к завершению. Посмотрим, что будет тут дальше. Тут вот когда-то пост стоял. Весовая была. Все тут. Стояли. Блюстители чего-то на этом посту постоянно. Все, едем. Поехали. Ремонтик очередной, да. А что делать? Ну, вчера как бы это, так это часик. Может, даже больше потерял на этих. Ну там, на тех ремонтах перед Междумариинском и Кемерово. Можно идти, да, через Томск, но у нас вот заправки в Кемерово, поэтому у нас как бы вообще не вариант через Томск ехать. Ну и плюс Томск, Давиджан, Сергей, столько людей в Томск, ой, Томск, Кемерово. Проедешь мимо, сказали, догоним бритвой по горлу и в колодец. Весомый аргумент, да? Согласитесь.
еще ремонтик. Ну ладненько. Впереди реверсивная. Ой, только встречка пошла. Так что. Понял. А, сейчас правее. Встречка только пошла, так что можно покурить. Тем, кто курит. Нормально так, по-божески, под 4.0. С учетом того, что топливо стоит 53.65. Мы тоже заехали, но не сдать и не купить. Пойдем за кофе. Чудо, так кофейку захотелось. А, это Воронова. Сколько здесь? 70 километров до Новосибирской объездной. Заодно этот. Хотя не, в прицеп даже не полезу. Лень. Сезон грибной начинается. Да, вон дядька с пакетиком топчет с леса. Поехали. Мазда. Чка. Тоже люди вышли на тихую охоту. А мы вышли на Новосибирскую объездную. Северный обход города Новосибирска. Вот что значит сила ветра. 32,9. Только смог уронить вот от... Вот с стоянки выезжал 33,5, 32,9. Но тепло. 13 градусов. Поразительно. На улицу посмотришь, такое ощущение, что там должно быть как-то так. Вот что с ним делать? Совсем подвинуться сейчас же он. Ему смещаться надо. Давай ты уже ехай, дядька. Успеется обогнать. Будем сейчас тут. Ты по обочинам ездить, я через сплошную. Проход к опорам моста запрещен. Вот и в Элиме то же самое. Кто-то на одной охоте. Кто-то вон на том берегу, наверное, на другой. Не, ну в Оби воды мало. Мало воды. Вон есть остров посреди речки. Как так-то? Когда тут Обь водой наполняется, вот эти все кусты, все в воде. А сейчас вон посмотрите, вон по берегу на машине выехал с собачкой, он балдеет. Тут мало, в Ангаре сливают, потому что затапливают критически там участки, которые возле братского водохранилища. Вроде же это. Где там весна, понятно, когда там снег в Саянах тает, там туда-сюда. А сейчас что там, дожди такие, наверное, в Саянах прошли сильные.
взялась эта вода в таком-то количестве, что с 95-м году первый и единственный раз открывали, шлюзы подымали. За столько лет не заржавели, видели? Удивительно, наверное, смазывается периодически. Ой, скоро тут совсем все подлатают, отбойнички поставят. Лепота будет. Дядька так уступает, что прямо вот, вот просит, обгони меня. Давайте обгоним, ладно. А это протока. Ой, тише. Протока реки Аби. Тоже мелкая совсем. Хотя кто-то тусит там на бережку. Ветер прямо в харю. Вот. Ветер в харю, а я еду, называется. Никуда не денешься. Развернуться, что ли, обратно поехать. Тогда можно глушить машину, она сама катится будет. Сказать. Вот прямое доказательство. Старый человек. Я думал, я успею. Что ты делаешь? Ну, слава богу, живой, даже без повреждений. Ну, вроде бы как. Ну, ходит, все нормально. КамАЗа там, в принципе, бампер, фары, все остальное целое. Ну а Жигули, я так понимаю, уже пойдут на свалку. Ну, я не стал я гайцов дожидаться, я сказал этому парню, взял его номер телефона, свой оставил. Ну что мне здесь стоять, ждать, когда тут кто приедет? Я-то не участник ДТП. Но если что, видео регистратора у меня есть. Все, вот он.
сел, как вынырнул из-за него, из этого КамАЗа. Дорога с поворотом, я его не вижу. Да, Жигули восстановлению не подлежат. Люди, думайте головой. Вы не бессмертные. Садовой жидкости нальем. Еще не горит, еще не сигнализирует об этом, но уже скоро 21% остался. Эй, время обеденное уже. Пора. Девушка. Колесико решила заклеить, тоже надо. Рядышком совсем не будем становиться, наверное. Прямо напротив выезда, вот так, по-барски. Заедим стресс после ДТП чуть не произошедшего, но вернее ДТП-то произошло. Слава богу, без нашего участия. В общем, у нас по итогу осталось 4 полных канистры. Ну и почти полный бачок сейчас. Нормально? Да и лабуги хватит. В этой сейчас не заливают. По нашей карте, по Новоспасскам. Новоспасскам. Так, забыть только ключик. Поэтому поедем мы, скорее всего, по семерке. Потом после Уфы. Раз, два, три, четыре. Все, все остальное пустое. Чумазенькие уже, да? Какие, смотрите, все. Какие мы уже, да. Внешний вид уже. И машину надо мыть, да? Все, закрываем палетник. Пошли снимать стресс, да и будем дальше двигаться. Ой, хорошо. Что-то соляночки с самсой. Как навернул. И честно сказать, жопу, наверное, сейчас часика на два. Можно было бы и прилечь. Запросто так это. Ничего так кормят, нормально, мне тут нравится. Разгоняемся, а то пацаны там сзади уже догоняют.
рацию включить, может, ругаются уже. Не, не ругаются. Не, ну я никого не подрезал. О, сезон охоты открылся. Охотничек. С ружом. Кстати, этот дядька, который с ДТП. Ё-моё. У него ствол прямо вон с этой самой торчит. Наверное, сезон охоты на уток открыли. Прям с машины ствол торчит. Нормально тогда, не выходя из автомобиля. Ветерок стих, и все. Побежал сразу расход вниз. 31,7 уже. Такого шквалистого нету. Есть встречный, но он такой небольшенький совсем. А мы уже в районе Барабинска. Тут километров 15 до него остается. Сейчас будем когда останавливаться. Надо, да. Окошками заняться. Вроде как сухо здесь. Чисто. Повымывать зеркала. Окна боковые. Пары нужно бы там помыть. Бы там все грязное. Вот. Не сильно. Стих, но уменьшится. И сразу же, буквально на глазах, по 1/10, только щелк, 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 пошел отщелкивать назад. Кстати, мы с загрузки уже прошли 1350 километров. Это от этого, от Канска. Ну, до Москвы нам еще 3. Короче, мы только 1/3 проехали. Сегодня у нас суббота. Ничего загадывать не будем. Как ездится, так и ездится. У дедушки сегодня второй день рождения. На Жигулях. Как раз вот, кстати, он с Барабинска. Да, он говорил, что я с Барабинска. Ехал и думал, ну, как бы это ни звучало, ну хорошо, что так. Потому что если бы, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, под меня бы попал, все, шансов бы не было. Просто эти Жигули бы, они по кусочкам разлетелись бы по всей дороге бы, и все. От меня подкинуло под прицеп КамАЗа, и там. Тьфу-тьфу-тьфу, да не дай бог, все, забыли, проехали. Вроде у нас там сейчас еще и солнышко даже появится, распогаживается. И хорошо. Сейчас 14. Зря шорты спрятал. Обратно в шорты возвращаться надо. Едут. А он видите, там березничек. Тоже он весь-весь-весь загубился. Молоденькие такие березки стоят. Молоденькие-молоденькие. И все такие. Подъезжаем к населенным пунктам. Все, сразу же. Ля-ля, тополя. Рекламы. И все такое.
2 часа. Чаны! 2 часа тут простоял. Ну все ж как всегда. Кино, вино, домино. Это же, видите, уже почти стемнело. Думаю, не, надо еще ехать. Иначе мы такими темпами до Омска не попадем сегодня. До Омска надо сегодня добежать, кровь с носа. Я встал? Сюда. Гайцы приехали. Стояли здесь. Вот прямо оттуда, с чанов. Ну, местные. Мафия. Вот здесь вот стояли на перекресточке. Они тут любят. Частенько я их тут наблюдаю. Вот. Вышел, говорю, я сейчас поеду. Они все поняли. Унеслись туда. Да, слева нет никто, справа нет никто. Погнали. А видите, нам еще километров до Омска. Закат. Рассвет мне больше нравится. Не устану это повторять. Так, 140 это до... Как он? АК. В общем, здесь еще километров нам 200... А, вон, сейчас мы сейчас все четко посмотрим по этому. По столбику километровому. Не километровому, а этому. Омск. 224. Ну, грубо 3 часа. Так, если посчитать по Омскому, это надо 3 прибавить, так? Сейчас 5:30 плюс 3. Это сколько будет? 7:30. Да, 7:30, все правильно. 7:30. 3 часа на езду, грубо. 11. 10:30. Там 11, 12. Может, я еще захочу остановиться. Мало ли. Короче, где-то к 11:30, я думаю, пришлепаем мы в Омск. Все, и дальше не поедем. В Омске переночуем и завтра двинем куда-нибудь. Туда. Дальше. Надо завтра покумекать. Курган у нас отменяется пока. Что-то вот там. Шеф, короче, сказал, сейчас пока не заезжаем. Ну, колодки еще как бы они нормальные. С колодками пока вопросы. Ну, еще 30%, там больше 30 передние. Так что ничего страшного. В принципе, еще до следующего ТО они запросто доездят. И на следующем ТО мы колодки поменяем. Со шкварнями тоже. Ну, вот сейчас я сколько вот уже больше десятки прошел. Ничего, у меня с колесами все нормально. Резину не жрет, надо было просто отбалансировать ее вовремя, перескинуть местами, отбалансировать, и все. Может быть, уже потом мы к ним на ТО заедем еще тут. В общем, не знаю. Короче, я получил команду, курган пока не едем. Вот я думал, может мне верхом ломануться. Ладно, это головной болью будем себе голову завтра забивать. Пока. Одна дорога. Готовьтесь через 800 метров ехать на дорогу с круговым движением. Пришагали в Омск. Здрасте. РФ идет, у него, смотрится, вообще габаритов нет. Надо ему сказать об этом. Через 300 метров едьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд Р-254. Ограничение скорости 40 км в час. Едьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. 2:00 45 Дагестан, принимаешь?
Да, проливаю. Братан, у тебя вообще габаритов сзади нет. Вот теперь есть. Используйте второй тип. Спасибо, удачи, торопись. Там окажется, уже ничего не кучил, бля. Бывает. Забыл включить, говорит. На чем он ехал? На этих? На ходовых огнях, что ли? Красавчик. Продажа, установка лобовых. Повеселил перед сном. Я вот думаю, сейчас спать свалить уже. 11:30, что-то надоело мне уже ездить сегодня. Вот сюда налево хочу, если тут есть разрыв. Да не столько разрыв, сколько это. Главное, чтобы места там есть, нету. А так, это тут еще надо сейчас все объездную проходить. Это еще километров тут сколько? Тут 30 с чем-то, там даже больше, наверное, километров 40. Тут, наверное, нет разрыва, да? Мне что-то кажется, что не такая уж она и сплошная, когда очень надо. Назад завтра посмотрим, выедем, поедем на кольце, развернемся. А, о, Шел бежит. Ох, хорош. Спать хочу уже. Дорожная. Хватит. И так сегодня день был, скажем так, насыщенный, правда? Мягко говоря. Надо отдыхать. Проверят. Ваня, душ, автомойка. Запчасти. Вот с этого угла за их заходи, и конец сюда пошел направо. С этого угла заходи и в конец. Вы поехали в конец. Может, завтра сходить здесь в душ, продегустировать. Мыться. Помыться тоже можно было бы, конечно. Но не сейчас. Сейчас какое-то только одно желание. Заглушить машину и лечь в байки. Вот, в общем-то, можно и здесь встать, вот рядом с этим рефом. Вот они тут это заасфальтировали, когда последний раз был. Вот только вот до этой ямки был асфальт. А так они тут, смотрю, все укатали. Где тут места свободные? Вот есть. Пацаны мордами позагоняли. Может, мне сюда хвостом загнать? Или вот сюда поехать? Если хвостом, то надо разворачиваться. Сюда вот сейчас затолкаю рядом с этой Вольвой, да и все.
чем там в дырочку в эту метиться, когда можно, можно даже вот спокойно поставить рядом с этим вот КамАЗом. И туда толкать не надо. Затолкаем туда. Все, братцы, тогда на сегодня наш рабочий день завершен. Там столб стоит, только столб этот не снести. Загнешь его сейчас. Ну. Там можно запросто в столб упереться. Я как раз его не вижу нифига. Пошли посмотрим, сколько там до столба. С этим мне можно равняться, нельзя. А, можно. Все. Вот он. Можно равняться, даже можно и чуть дальше толкать. Отлично. Ну все. В майке выскочил. 8 градусов, прохладно. Все, спокойной ночи всем. Свежо.